Проголодался, да? Бенечка. Всем привет! Вернулся Бенечка наш домой спустя несколько дней и жадно напал на еду. Беня, Беня, а я за тебя переживала, а ты там где-то с Махой, видимо, да, загулял. Да, Беня? Кушает и мурлыкает. Дашулечка расчесывается. Всем привет. Сейчас будет переодеваться и идти на улицу гулять. Сегодня просто прекрасная погода. Мы еще, наверное, с папой встретимся сегодня. Круто. Да, встретим его, с села заберем. Он с бабушкой приедет. Да, давно бабушек уже не видела. Да. Мы их встретим. И Костя просил там некоторые документы ему, чтобы я завезла. Что, Беня, вылизываешься? Я переживала за тебя. Да, Бенечка? Ох, ты ж Бенечка. Ох, ты ж Бенечка. Любимчик. Ну, у меня сегодня подпухла щека. Мне доктор и говорил, что может быть такое, потому что вырвано сразу в два подряд зуба. Поэтому он говорил, что там типа попейте немесил, противовоспалительные, если будет сильно болеть, то, ну, и обезболивающее какое-то. Обезболивающее я ничего не пила, ну, и вчера ничего не пила. Сегодня уже выпила, потому что проснулась уже, тоже немного стухла, ну, видно, да? Вот. Такая губа была, как в утке. Вот, ну, сейчас вроде бы немножко уже поменьше делается. Вот уже и Дашулечка идет гулять. Классно сегодня на улице, очень классно, да. Болит все, у Даши все болит после вчерашнего дня. Она такая: боже, мама, я не могу, все болит. Иди, мой маленький, иди, умочка, иди. Иди, иди. Ой, сразу запрыгнул. Боже, какой он красивый. Ну вы только посмотрите, какой он красивый. Ты такой красивый. Давай его. Такой милый. Бензин есть в самокате, да? Говорит, бензин есть в самокате. Ой, чудо! Ты слышала, Даша? Бензин есть в самокате. Мой сладкий. Ты мой сладкий. Ну что, Алисочка, получается? Да, Шуля. А Даша на качелях. Да. Что? Ай, болит все. Поет. А, в селе у тебя самокат? Да. Кстати, что ты велик не завела в гараж? Езжай, Алисочка, а то Даша оставила свой самокат в селе у бабушки. Да. Все, давайте, девчонки. Маршал таракан. Что? Даша. Маршал таракан и Даша? Ну все, езжайте. Таракан езжает, таракан. Таракан.
Юмка прыгает, гляньте, как прыгает. Ты видела, Даш, как он прыгает? Классно во дворе гулять. Вот когда даже мне задаете вопрос, этот, переезжать, если будете, то в частный сектор или в квартиру. Ну, после частного сектора в квартиру вообще теперь уже как-то, вы знаете, не хочется. Потому что, ну, во дворе намного лучше. Умочка, ну такой довольный. Тапок дали. Дай лапку, я подружился. Привет, Умка, кролик. Кролик. Мой кролик, давай позагораем, пока на солнышке. Позагорайте на солнышке. Ты не хочешь, Даш, позагорать на солнышке? Нет. Глянь на лису. Чудо маленькое. Позвонил Костя, что он уже ждет нас с Дашей. Они уже с мамой приехали в село. Сейчас мы поедем с Дашенькой. Встретим. Да? Совершенно с этой калиткой еще никак невозможно открыть. Да ничего, пристегивайся. Я за папой так соскучилась. Давно так мы с ним не виделись. Сейчас увидитесь. Ура! Кстати, увидите. И с бабушкой, не только с папой. Да. У меня уже такие длинные волосы, аж не верится. Да, есть за что потягать. Я шучу, шучу, конечно, шучу. Зато у меня длиннее, чем у тебя. Шучу. Ну, конечно, я... отстригла. Смотрите, у нее атака мне уже по плечо. Ниже плеча, какой по локоть. По локоть уже. Я такая рада. Серьезно, уже по локоть? А у тебя докуда? У тебя так же. Ну, почти. Ну, немножко этот... как его? Немножко выше. Типа так. Встретили мы. Привет. Привет. Вот так долго обнимаются. Даша очень давно не виделась с бабушкой, но прям очень-очень давно. Бабушка Даша грушами угощает. Это не наши груши, это там бабушка угостила. Она же сказала, у меня пропали. Только же стой, забери. Я забрала. Возьми груши с пакетом. Возьми. Даш, так назад положи. Назад положи. А говорю, пакет выкинь. Назад. Почему? Мне легче. И все. Я все забрал. Даша ушла с бабушкой. Что, рассказывай, как дела? Тяжести у бабушки тело. Да? Ну, такие бетонные, короче. Ну, плита вот такие, короче, толстые такие. Ага. Грузил. Боже. Я не знаю, зачем они ей. На прицеп загрузили. В хозяйстве все пригодится. Вы уже картошку вырыли, да? Да, картошку, потом фасоль, потом что там. Буряк, морковь, буряки, наверное. Короче, все подряд. Дрова и привез. Не, ну, бабушке уже 82 года, считай, 81. Не знаю, зачем ей дрова и бетонные плиты вот эти. Уже Даша возвращается с бабушкой. И Даша тянет какой-то такой огромный пакет.
Да, шо это? Мам, я буду плести себе колечко. Что это она набрала? Барахлишко свое она набрала. А ну покажи. Так я уже стрельбу забрала сюда. Вот это. А, дартс. Кассовый аппарат. Там много чего. Чашечки. Там много чего, надо будет это прибирать. Ну ты, Саша, поставь. О, я помню эту куклу. И орешки там. А, спасибо. Я помню эту куклу. Господи, ей нравилось. Дартс. Ага. Еще бисер забрала, буду колечко. Под дартс надо что-то подставлять будет. Ну, повесить. Одеяло типа какое-то. Чтобы не пробить стену. Чтобы в обои не промазать. Угу. Да-да. Мы уже будем ехать, Сташ. Ой, мои руки, пусти. Да, она же лазила. Бабушка же пониже. Лазила. Бабушка пониже, удобнее. Положи где-то нас от. Барахлишко. То есть, что барахлишко. Называется бутерброд. Даша, ты колбаска, сосиска посередине. Привет. Тебе не холодно? Дашуля встретила еще Викусю. Вся красненькая, щечки красненькие, бегала. Маме привет передавай. Обязательно. Мягенькая. Будешь грушу? Нас угостили, а я угощу тебя. Ой, какая-то, подожди, не такая. Вот это лучше. Держи. Я серьезно, я тебя вынесу сейчас. Хорошо. Ты не спешишь или спешишь? Нет. Мы уже вернулись домой, даже собирает книжки, и в него тупо не помещается. Все это в рюкзак. Рюкзак не закрывается. Ты просто можешь, Даша, разорвать так замок. А очки где? Очки где? Да не где-то там. Нет, я хочу посмотреть, где очки? Да где-то там. Мам, не Даш, трогай. Даш, ты очки не положи. Где очки? Ну где-то там. Так ты их подавишь, они в самом низу. Вытягивай их с самого низа. Ты чего? Вытягивай книжки и возьми другой рюкзак. Ты слышишь меня? Что? Даш. Писали многие, что типа, если Даша сидит с кем-то, вытягивай. Да и нам говорили, что вытягивай, я говорю, книжки, переложим в другой вообще рюкзак, попробуем. Но оно же не помещается, ты не видишь. Что типа можно брать книги напополам. Но дело в том, что мы не в курсе, будет завтра одноклассник, с которым Даша сидит, или не будет его. Давай бери другой. Поместится, давай пробуй. Ну так ровно ставь. Ты что, не видишь? Я ж ровно, мам, вот так вот надо, чтобы сначала большие, чтобы мне потом удобнее было и вытягивать. Вот видишь, помещается, правда? А этот блокнот не обязательно. Дневник обязательно. Надо взять. Дневник надо я взять. Я не хожу. Угу. Если Амина не будет, я рисую. Ну, а теперь вот здесь сбоку. Смотри, поместится пенал, поместится очки. Очки где? Еще вот это про запрос. Угу. Если что-то не так, очки. Где? Да я что знаю где? Не-не, не сюда. Можешь просто вот так даже наверх их положи, все, застегивай. Ну и давай. Что? Я не слышу. Я не слышу. Он тяжелый. Кто? Я не слышу, как ты говоришь. Мамулечка, да, ты была права, моя дорогая. Что-что? Ну вот не слышу, давай, давай. Нет, не поместится. Смотрю, сидит, короче, ребята, пыхтит. Сует туда. Тут уже рюкзак трескается, она еще туда сует.
Аж пар это с ноздрей валит. Так что ты говоришь маме? Что? Мамулечка права, да? Да, мимрику. Я тебя люблю. Задустю. Задустю.